Магнитогорские врачи отрицают вину в смерти двухгодовалого мальчика в отделении реаниматологии. В больнице озвучили свою версию трагедии, которая на этой неделе шокировала южноуральцев. По словам медиков, ребенка привезли уже в критическом состоянии. Врачи уверяют, что реаниматологи пытались привести в чувство малыша, но прямой массаж сердца ему не помог. Родители погибшего Мирона настаивают, что мальчик был в сознании и еще мог говорить. Они уверены, что трагедии можно было избежать, если бы в больнице им не устроили волокиту. Диагноза у нас нет никаких претензий, у нас все претензии вот к тому, что вовремя не увидели большущие проблемы, а когда увидели большущую проблему, то и не чесались никто особо. Родственники говорят, что в учреждении им даже отказались выдать больничный лист, который оформляется при поступлении пациента. Сейчас магнитогорцы собирают документы для передачи дела в Следственный комитет. К расследованию вопиющего случая уже подключилась областная прокуратура. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по многочисленным публикациям в средствах массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи двухлетнему ребенку в лечебном учреждении города Магнитогорска. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Выяснить возможную причастность врачей к смерти мальчика должны в областном Минздраве. По результатам вскрытия у мальчика не нашли серьезных патологий.